Всех приветствую, друзья, у себя на канале. Меня зовут Инна. Мы с вами находимся в Тамбовской области. У меня в гостях, в хозяйстве. А куда собрались, я сюда не пускаю. Бегут к кормушкам куриным зерно выедать. К барашкам туда идут, блин. А тут мамки есть, которые еще штуки две или три. И они себе идут туда. Эти воют и так целыми днями. Так как отсадили, они еще не отвыкли. И выпустить я их не могу, там, этих баранчиков. Потому что выломают мне все загоны. Давайте, давайте, мимо. Электропастух так и не работает. Все на нервах. И, в общем, я их не могу сюда, в этот загон поставить, потому что пастух не работает. Машка, что делаешь, Машка? Гони давай. Сейчас погоню подальше помощников этих. Давай, идите, соль покушайте там в кормушке. Сегодня у нас по погоде плюс 20, ветрено. Каждый день другая погода. Вчера было плюс 27 без ветра. Жара такая, в шортах, майки, класс, уже лето. Да, заходим, пастух не рвем, если что. Нет, не пошли они туда, не нравится им здесь, и все, не пойму почему. Здесь так классно, тенечек. Хорошо, блин. О, австралийка пошла. Ну, а если остальные ушли? Ладно. Всем пока. Сейчас развернуем загон.